Привет, с вами я, Рожана. Это видео по названию Back to School. И как конец августа, скоро школа, и все снимают DIY, завтраки и Back to School. Самое банальное — это Back to School. Так что я решила снять Back to School. Ну что, поехали? Первая вещь — это стаканчик для изобразительного искусства. То есть ничего не надо объяснять, набираешь воду, кисточку макаешь и рисуешь. Далее, это, конечно же, не для школы, но просто у кого-то скоро день рождения. Это у моей подружки лучшей. Кстати, мы снимали с ней видео, ссылочка в описании. Вот, и у нее 17 сентября день рождения, так что я, короче, заранее купила вот такой пакетик. И я что-нибудь самодельно сделаю и подарю ей. Далее, это вот такая вот папка. Это чтобы положить там всякие тетрадьки. Ну, это, короче, для английского. Да, у нас есть английский урок. Далее, это самые обычные тетрадьки в линейку и в клетку. Мы не брали такие, типа, красивыми обложками. Просто мы не хотели брать, и мы взяли самые обычные. Дальше, вот такой вот такие вот свечки, которые пахнут лимоном. Ну нет, они не пахнут лимоном, они пахнут просто ананасом. Это просто божественно. Конечно, когда их зажигаешь, они не пахнут, то есть комната не пахнет ананасом. Ну, хотя это лимон, но пахнет ананасом. Короче, у всех видеоблогеров пахнут они очень вкусно, тем запахом, который должны пахнуть. А у меня пахнет горелым, да. Далее, это вот такой вот, я не знаю, как это называется, типа рюкзачок, но там надо класть обувь, которую вы будете носить в школе. Вот, не знаю, вам показывала или нет. Ну, я думаю, что вам не показывала. Уже забываю, да. Кстати, это My Little Pony. И там, короче, в магазине не были только были вот такие красивые, а другие были какие-то мальчиковские, Человек-паук. Ну, я взяла My Little Pony. Кстати, там было очень много канцелярий My Little Pony. И да, я знаю. Вы это слышите? И да, я знаю, что компания My Little Pony Hasbro как бы сделали, выпустили коллекцию Back to School. Но, короче, мы не об этом. Поехали дальше. Так, это вот такая, короче, картонная бумага. Здесь, кстати, есть 8 листов цветного картона и 8 листов цветной бумаги. То есть 2 в одном. То есть есть жесткая бумага, а есть мягкая бумага. Я не знаю, как это объяснить. Переходим дальше. Далее, это вот, конечно, не дневник. Это не для школы вообще. Вот, но я решила взять, потому что там очень много листов. Вот, это типа будет у меня дневника. Я уже сделала вот одну страницу вчера. Вот, ну, очень крутая вещь, понадобится. Дальше, я не знаю, зачем маэстро взяла салфетки, но она вот взяла салфетки. Она взяла себе тоже такие, и я себе тоже взяла. То есть она взяла, типа, предложила, типа, на салфетки. Я такая, что? Дальше это был набор Hello Kitty. Там в этом наборе выходил вот такой очень миленький пенальчик. Дальше вот такие вот подсказки. Это таблица умножения. Вот. Вот такой дневничок. Сейчас я вам как-нибудь покажу. Вот, здесь такие есть немножко не светленькие. И здесь есть светленькие. Вот такие вот. И также вот ходил ластик. Два карандаша. Сейчас я вам покажу второй карандаш. Вот он. И также выходила вот такая миленькая точилка. Кстати, она точит очень хорошо. Я проверяла. Дальше вот такие вот ножницы с Monster High. Вот написано Monster High. Ну, ничего особенного. А дневник для школы, то есть, нам дадут в школе. Да. Дальше классический пластилин. Ничего обычного. 10 цветов. Я не нашла 18 цветов.
цветов и взяла 10 цветов. Это было все с этой канцелярии. Теперь я вам покажу мой рюкзак. Мой рюкзак выглядит вот так вот. Самый обычный рюкзак, ничего банального, не моджи, не очень красивый, но для меня очень красивый, вот. Очень компактный рюкзак, мне очень нравится, очень крутой рюкзак. Вроде бы я ничего не забыла, и это все. Форма у нас такая вот обычная, короче, я вам покажу где-нибудь. Вот здесь вот фотку, моя подруга вот сфоткалась. Это моя лучшая подруга. Вот, короче, фоточка. И всем пока. С вами была Жанна. Ставьте пальчики вверх. Конечно, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, комменты. Всем пока-пока. Чтобы учились вы хорошо. Пока.